Эх, снег, снежок, белые метелицы. Говорит, что любит, только мне не верится. Друзья, всем привет. Меня зовут Владимир Белов. Я живу в деревне Окунево. У меня есть несколько тракторов. Сейчас иду снимать ролик для своего зрителя. Ну, подписчика, зрителя, подписчика. Ну и для вас. Ко мне обратился человек, попросил показать подвеску, рессорную подвеску у нашей ПТС-ки. 2 ПТС-4. Такая телега у нас. У нас вот этот, вот эта телега, прицеп, ну, не знаю, как называется, прицеп правильно, наверное. У нас стоит с кругом прицеп этот, а то были еще с водилой. Водила тут одно колесо, короче, там все это по тягами регулируется, поворачивается тягами. Рама у меня от другой тележки, там есть тоже от того прицепа. Так, показываю заднюю подвеску, потом показываю переднюю подвеску. Телега эта собиралась из двух телег или из трех телег. Ай, с Чермета притащили раму. Рессоры от той телеги, которая, или от раздатчика, короче, вот это все было, стояло стандартное, сзади стоят стандартная ось телеги. Здесь стоят проставки, вот эти проставки стандартные, ну, эти тоже как на телеге. Рессоры то ли от кормораздатчика стоят вот эти, вот, то ли от какой другой. Вот они, вот что здесь стоят, такие же одинаковые рессоры, что на этой стороне, что на этой стороне. Сейчас покажу спереди. Спереди стоят. Здесь тоже вставлено. Здесь вот, вот она работает, этот как вот шарнирные соединения, вот это вот тут она ходит. Здесь просто вставлен штырь, вот он здесь, и вот забит этот, чтоб не выходило туда-сюда, этот штопор, ну и загнутый, вот она туда-сюда, вот эта игра, вот это ходит, вот здесь ходит, она работает вот так вот, здесь работает. Здесь работает. Так, здесь просто вставлена вот эта штука. Здесь вставлена. По идее, эти рессоры должны быть другие здесь стоять. Такие, как спереди. Сейчас я вам покажу, какие, как спереди. Ну, а по идее, тут вот она тоже вставлена. Тут ничем не зафиксировано. Просто ложится вот это. Вот эта стойка просто сюда легла. По идее, надо вставить болт. Штопор, короче, вставить здесь. Вот дырка есть, с той стороны дырка есть. Вот так, чтоб не выскакивало, потому что бывает, она туда-сюда ходит, зыбает. Ну и здесь точно такая же конструкция. Тоже вставлено это все дело. И тут она просто стоит в это, ну, лежит на рессоре вот эта стойка. Здесь тоже очень такая же конструкция. Вот тут штопор, тут правда уже с болтом, с гайкой штопор стоит. Здесь вот должна мазаться. Ну, когда мазали, когда я... Года два назад мы круг меняли, круг заклинил. Ну и дед смазывал все эти штуки. Рессоры стоят, наверное, с кормораздатчика. Или с телеги, которая с водилой. Здесь другие должны рессоры стоять. Ну, в принципе, нормально, работает. Довольный, всем довольный. Так, переходим к передней подвеске. Передняя подвеска. Вот, эти рессоры, передние рессоры собирались вообще с металлолома тоже. И я собирал их, собирал листы. Вот они тут вот. Это тоже стандартная. Вставлено вот здесь вот штырь стоя, этот, чтоб это не выскочило, вот стоит этот, ну, тут втулка стоит и болт закрученный с гайкой. Вот так вот. Два
две длинных рессоры проходят сюда. Вот они, самые длинные. Вот здесь. Сейчас покажу спереди, спереди. Вот такая. Здесь тоже вставлен штырь. Вот тут он шевелится, так называемый. Шевелится. Здесь тоже. Здесь два листа загнуто. Два листа, вот они длинные, самые первые верхние идут листы. Вот они так загнуты. Так загнуты. Ну, вот такая конструкция. Здесь вот это все держится, вот тоже, ну как бы, как собирали. Здесь вот, вот тут они, рессоры это сборные, так же как и та рессора сборная с той стороны. Здесь вот она стягивалась, это на болт с гайкой стоит, ну длинный болт. Вот так вот, видно? Я думаю, что видно. Так. Переходим к следующему. Кто его? Здесь тоже. Здесь тоже такая же конструкция. Вот тоже она туда-сюда шевелится. Здесь тоже два листа рессоры стоит. Вот тут видно, что тут тоже сборная модель. Штопор стоит, палец стоит, чтобы туда-сюда не вылетело. Сейчас покажу сзади конструкцию. Сзади конструкция такая вот. Здесь тоже два листа рессоры стоит длинных. Тоже вот она конструкция. Здесь штопор, вот болт длинный вставлен, эта штука. Вот такая конструкция. Так, сейчас я задние рессоры я не буду считать, я посчитаю, сколько впереди стоит. Задние рессоры, они как стандартные стоят. Наверное, от раздатчика, мне кажется. Сейчас посчитаю, сколько листов на левом колесе и сколько на правом, ну, с правой стороны. Так что пойдемте считать. Когда телегу этот прицеп собирали, рессор, короче, в то время еще был, слава богу, металлолом, можно было кое-что найти. Поэтому все собирали с металлолом. И эту сторону, однако, собирали. Так, сейчас будем считать. Так, снизу рессора вот есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Одиннадцать рессор здесь. Длинные, две длинных, и вот они. Вот видно? Даже, да, еще раз посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 рессор. 11 листов здесь. Сейчас посчитаем здесь. Рессоры с этой стороны немножко отличаются, потому что здесь, вот видите, какая-то выемка есть. Это то ли с газика, то ли с чего ли рессоры. Вот они как с выемкой. Толщина у рессор разные тоже. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять рессор с этой стороны, с правой. Но вот это рессоры толстые. Эти потоньше. Ну, в принципе, нормально. Пойдет. Вот. Ресивера нет, тормозов на телеге нет, на прицепе на этом. Вот такая вот система. Еще раз показываю. Вот смотри. Друзья, кому-то интересно будет. Ну, кому-то за правило будет. Так, сколько?
насколько они выступают. Да, здесь, кстати. Здесь вот тут вот. Ну вот два пальца моих, вот они как выступают. Сейчас с той стороны покажу. А это загнутые рессоры, загнутые. Это они так должны быть загнутые. Мы их не загинали, ничего. Вот они стоят тут, наверное, втулком, наверное, резиновая или какая, металлическая или... Так, вот такая конструкция с кругом. Такая конструкция. Здесь вот так вот. Здесь тоже вот загнутые как-то есть. Так, сейчас обходим. Так, ну здесь тоже, в принципе, два пальца. Вот видите, даже тут натерло, потому что туда-сюда ехали. Ездишь, когда она это натирает, ну, амортизирует. Ну и все, вот, в принципе, вот такая конструкция. Вот такая конструкция, короче, нашей ПТС-ки. Если я что-то упустил, что-то неправильно рассказал, показал, пишите в комментариях, кому интересно. Я еще раз сделаю упор, сниму дополнительные видео. Вот так. Ну а задние рессоры, я думаю, считать-то, что их считать? Вот я помню, что собирал, когда они были. Я их взял, просто переставил с одного на другой. С прицепа. И все, задние рессоры-то были. Не стягивал. Но тут заметно, что больше рессор сзади. Спереди поменьше. Вот так. Все, снежок пошел. Все, друзья, кому моя информация полезная, то обратите внимание. Ну, кому не полезная, так поправьте меня, если я что-то упустил. Кому-то, кто-то это не знает, кто-то затрудняется где-то в каких-то моментах. Так что спрашивайте, пишите комментарии, я с удовольствием отвечу. Ну и вы, кто в этом более разбирается, чем я или кто-то другой, дополните ответ. А то видео, вот это видео и другие видео, кому они адресованы, те, я думаю, посмотрят и сделают, примут на вооружение какой-то наш опыт передовой, ваш опыт, мой опыт, еще какой-то. Все. Пошел чай пить. Все, пока. Пока.